Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Родион Газманов поздравил с днем рождения Геннадия Хазанова. Артисту сегодня исполнилось 76 лет. Коллеги по цеху активно поздравляют именинника. Не стал отбиваться от коллектива и Родион Газманов, он написал поздравительный пост в своем блоге и рассказал забавную историю. Когда певец участвовал в проекте «Точь-в-точь», Геннадий Викторович был его неизменным членом жюри. Ради юбилейного выпуска в честь Хазанова Родиону пришлось пойти на многое. Газманову выпал номер группы Eruption, где он должен был исполнять песни One Way Ticket в образе певицы Precious Williams. Наряд у девушки был довольно откровенный. Его же пришлось надеть Родиону. Ради оголяющего тела платья с высоким разрезом артисту пришлось брить ноги. Газманов хотел поменять номер, но организаторы ему отказали. «Мне строго заявили, что это выступление понравилось имениннику больше всего», — вспоминает певец. Поклонникам история очень понравилась, они поблагодарили Родиона за настроение и присоединились к поздравлениям. «Я вчера смотрела выпуск, его дня рождения. И тут такая запись у тебя на странице с днем рождения. Желаю здоровья, долгих жизней, душевного богатства и любви. Присоединяюсь к вашим поздравлениям. Такого человека обязательно надо поздравить. Это легенда нашей эстрады, поздравляю с днем рождения. Поздравляю, Родион красава», — написали комментаторы. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья.